У меня есть гениальная идея, как увеличить раскрываемость абсолютно любых преступлений. О, и что ты там опять себе напридумывала? Расскажу после интро. Скажи, какую улику преступники всегда носят с собой? Волосы? Почти. ДНК это, конечно, очень важно, но я имела в виду отпечатки. Ну и что дальше? Я придумала, как можно помешать преступникам скрывать свои отпечатки пальцев. Ну и как? Нужно изобрести перчатки, на которых кончики пальцев будут сделаны таким образом, чтобы пропускали специальные невидимые следы в виде отпечатков, которые будет видно только под ультрафиолетом. И зачем же людям их покупать? Для этого все остальные виды перчаток на планете Земля придется уничтожить. Без исключений. И я знаю, как это сделать. Я много думала и поняла, что самым экологичным вариантом будет поступить так. С помощью самых передовых технологий и помощи добровольцев необходимо создать ультракрутую машину, способную перемолоть все перчатки и превратить эту труху в набивку для подушек и матрасов. Людям сказать, что это акт благотворительности, а постельные принадлежности будут раздаваться малообеспеченным и продаваться в магазинах по самой доступной цене. А еще мы будем дарить пачку наших усовершенствованных перчаток всем, кто принесет свои перчатки на переработку. Тогда постепенно в мире останется всего один вид перчаток, которые пропускают отпечатки пальцев. Ты забыла, что перчатки будут производить по новой. С производителями можно договориться. Думаю, лучшим решением будет с ними сотрудничать. Ладно. А если воры будут шить свои перчатки? Или, скажем, кто-то будет делать это для них подпольно? Те, кто будет этим заниматься, автоматически попадут под подозрение. И это поможет сузить круг подозреваемых до тех, кто посещает подобное предприятие. Да и первое время никто не догадается, что перчатки с подвохом. Ведь это вовсе не обязательно упоминать на упаковке, если вещество не несет вреда здоровью и не вызывает аллергических реакций. Ты же не ожидаешь такого от перчаток, когда покупаешь их в супермаркете? Хорошо, допустим, это получится. С божьей помощью. Но ведь по отпечаткам не всегда можно понять, кто подозреваемый. Это работает только если человек уже когда-то был подозреваемым, и у него брали образцы. Ты права! И это решить уже намного сложнее. Хоть в основном преступления совершают опытные граждане, которые с большей долей вероятности попадают под стражу в подростковом возрасте. Но я думаю, не лишним будет внедрить обязательную процедуру снятия отпечатков пальцев у всех, кто достиг определенного возраста, скажем, 14, и вместе с паспортом регистрировать отпечатки пальцев. Тогда отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, будут намного более ценной и весомой уликой. Да, все-таки ты ненормальная. Даже не удивлюсь, если при вскрытии у тебя вместо мозгов обнаружат кучу подобных идей. Даже если и так, я не воплощаю в жизнь и половины из них. Иначе бы люди давно покупали в магазинах йогурты со вкусом различных эмоций, или, скажем, электронные ботинки-массажеры. Даже не буду спрашивать. Ну, как знаешь. Куда ты постоянно смотришь? Я смотрю на наших зрителей. Зрителей? Ага. Поздоровайся с ними. Со стеной? Включи воображение! Ну, давай. Ладно, окей. Привет. Ничего, когда-нибудь ты их тоже увидишь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. И до скорой встречи, друзья! Будет еще много чего интересного.